что откат не бить. Б. Крестик. Б крестик. Б это трата рождения, уничтожения, готовлю оптического фона. Ну, ничего не мешает, дайте обобщить задачи на случай взаимодействия с другими. Другими фонами. Так, H электрон, то есть вот ПХ. H электронная, я записал не так, как было написано в предыдущем симметрии. То есть здесь у меня электрон не один, электронов может быть несколько. И я записал эту штуку в движении сильно связи, то есть вот. Сумма, значит, у нас была ОН, ТНМ, это вот интеграл перескока, перекоса, перепрыга, на тут будет СН, еще на СН, вот и так. У вас это все написано, если я начну отклоняться от предыдущих его значений, что-нибудь еще могу выкинуть, вы мне сразу же отправляете. Ну и... А еще минус был. Минус был. Да. Хорошо. И H. Электрон фонона. Вот тут я уже буду теряться, но, по-моему, окончательный вид у меня был что-то типа этого, такая сумма по. Сумма по К. Сейчас я еще не придумаю. Сумма по n еще должна быть, да? Какая-то константа была. Константа электронного взаимодействия. Не было. Как его сейчас открыли, пожалуйста? Может быть, укатая? У. Мог так быть, да, укатая. Тут вроде бы вот такая штука. Е в степени и к, тут будет rn. Крест МСМ на БКТ. Правильно я записал? И у меня такой голос ПКМ, включающий себя? Да. Да. И плюс. Или нет? У меня скобка была перед У? Да, скобка была вообще за суммой. За всей. Ой, не пугайте меня, ребята. И вот так вот. Тут у меня уката не сопряженная, есть степени минус и кайверная. СН есть СН на ВК решен. Вот так можно было записать, или я ошибся? Так и было, да. Так и было, вот все. Ну, то есть оператор у нас эрмитовый, в У я согнал все вот эти вот параметры, которые можно вывести в приближении, в классическом приближении. Здесь у нас появилось целое ЦК. ЦН и С это фермерские операторы, то есть С-крест на С это оператор числа, фермионов числа электронов на N узле. Ну и вот, собственно говоря, что получается? Если у нас есть электрон, то взаимодействие меньше, если нет электрона, то у нас нет смещения. Ну, грубо говоря. После этого я начал вокруг этой всей вот суммы. Я взял вот фаноновые операторы, операторы электронно-фанонного взаимодействия. Сказал, что смотрите сюда, здесь у нас оператор квадратичный по фаноновым примерам, здесь линейный. Можно взять и как-нибудь сделать так, чтобы сделать такое уникальное преобразование, чтобы линейные слагаемые по фаноновым операторам не исчезли, пропали. Ушли. И мне в конце концов это удалось, по-моему. Я взял и придумал такой оператор S. Такой, я не помню. Я не подскажете. Такой, что унитар преобразованный. Преобразованный оператор S H фанон плюс H электрон фанон. Так, у меня здесь крест, наверное, а я здесь. Так, что он не содержит слагаемых линейных побоев. То квадратичный. Это было найдено. И результат у нас получился, по-моему, такой. Так.
сумма ПК омега КТ ПК квест на ПК осталась. И еще, по-моему, появился минус. Это самая последняя формула. Да, минус, минус. Минус? Минус, три, минус сумма НМ. Да, сумма по М, сумма по М. Тут какая-нибудь У. Нет, да, У было, да, У было. И еще сумма пока что? Где там большая У. Сумма как была? У большая, зависящая от N и от M, да? Да. Ну что, CM крест CM, CM крест CM, верно? Верно. И было домашнее задание, помню. Черт. Как хорошо, что я дошел на это место, так вот. Никогда бы не догадался. Выше еще такое большое. Зависящее от N и от N. Общая формула для него, разумеется, будет выражаться через эти маленькие У. И выражаться так. Воду. Сумма пока там должна стоять. Подсказывает я его. Ну вы что-то вычитали? Нет. Как вы считали? Я всем будет его ставлю. Здесь все эти неделикатные корни. N, R, M. Какое было? Нет? Или я заблуждаюсь? Тебе все тебя? Вова, держи все. Вова. Сейчас. Почему сразу Вова? Это еще не все. Это я значение, что я знаю, она безразмерная. Там еще УКАТа получается, да? УКАТа, но не только она. Или не только она. И УКАТа с УКАТа, и УКАТа с УКАТа. И все. Еще и минус эмоциональная. Это УКАТа, УКАТа, еще и сокращенная, и еще один коэффициент. Да, минус единица на омега это берет. Ага, омега, конечно. Минус единица на омега. Вообще минус. Если там есть минус, то есть плюс. Да. Так. Ну, у карты вы знаете, если я же говорил вам об этом. Поэтому и сумму легко сосчитать, нет? Понятное дело, что сумму нужно считать при N и M различных. Сразу со мной. Почему? Имеет смысл считать только для разных N и M, а? Ну да, какой смысл при одинаковых? Ну, я же правда, почему ты смысл для одинаковых? Ну, у это у нас потенциал же ведь. Ну, это эффективный какой-то, эффективный какой-то. Величина размерности энергии. Да, у маленького у нас размерность энергии имеет, здесь у нас тоже получается. Но если вот я здесь возьму и положу n равное m, что получится? Ноль. Нет. Бесконечность. Так. Сейчас будем ликвидировать эту пробелу вашего образования. Хорошо. Что такое оператор c? На корень из N. Это рождение электронного следа. Рождение электронного следа. C крест на C. Да, если мы забыли фермерский отборский оператор, то C крест на C это что? Количество. Количество. B крест на B это количество фононов, наблюденных с волновым через вектором K. Здесь у нас будет количество электронов. Фермерский, боловский, С-крест на С, то есть или там крест на А, это суть одно и то же. Оператор числа. Сколько у нас фермионов может быть на одном из них? Хорошо, ладно.
если я скажу, что у меня вот, вместо индекса n уже вступает совокупность всех квантовых чисел, то есть если у нас n различная, различная n, то это будет совершенно различное состояние. Один и? И ноль. И ноль. Собственное значение этого оператора 1 и 0. Зачем я это сказал? Это там 4 разделение 4 операторов. 1 и 0. Итак, вот этот оператор понимает значение 0 и 1. Теперь очень сложная задача. А вот этот да, оператор, какие у него собственные значения? Сопряженные на b минус x на b. То есть там x b x. Это неправильно. Единицы на не надо. И снова так говорит тогда, потому что я уже мост настроил, а то, что стоит единица. X комплексно сопряженные на b. Минус x на b. Крест. Крест. Все. Так, вопрос у нас. Операторов было много. Это вот первый вопрос. Что такое x, я тоже не знаю. Тоже не знаю. Ну, я как-то понял, конечно, вспомнил, о чем вы говорите. Мы все унитарное преобразование разбили на произведение отдельных эскадр. Потому что каждая, значит, вот сумма двух операторов, я тоже представил, что их сумма пока. И в этой сумме я, допустим, каждый как отдельный. Чем преобразовывал отдельный? Вот, вот так. И здесь, конечно, стоит k. И здесь k. И здесь k. И x тоже от k зависит. Как зависит x от k? Xk, чему равно? Xk, безусловно, будет включать в себя вот этот вот u и что-нибудь еще, например. Мы
писали, что x это z комплексно сопряженной делительной веры. Какая? Z появляется. Что такое z? Блин, я помню, что был больше вас. Как она не делит, два раза падает, уберется два раза. Z тоже отказывает, да, z, ладно. Z, все, я понял, что такое z, но выставляли. Так, у меня было обмен B крест на B плюс Z на B плюс Z сопряженный на B крест. Во! Правильно? Вот что происходит. Это я отдельная К крест. Именно так, не наоборот. Звездочки здесь нет. Здесь звездочки, да? Здесь звездочки. Отлично. Ну все, теперь я смотрю на этот автоном и замечаю, что z, то самое z, единица, сумма по n. Видите, где будет никакая. Здесь степень ikrn, cn, есть cn. Следовательно, весь унитарный оператор s, который нужно смотреть, это произведение всех этих эскадок, то есть экспонентов, произведение экспонента, экспонент от суммы у нас. Не, каждая скобочка коммутирует с другой скобочкой. Это будет что-то такое. Е от суммы. Давайте я здесь сразу напишу. X сопряжённое z k на омега минус z k на омега. Вот так. Z k вот. Минус на омега. Сумма по k. Сумма по n. У k есть на бэкады минус единица на омега сумма пока сумма по n тоже быстрее у кады сопряжённо если минус и к n с n с n бэкады вот так. Вижу этой формулы нет. Она же простая. Не мог ее появиться записать. Да, вот. Вот. Что вы делаете теперь сейчас? Так, сейчас мне нужна эта S в том плане, что я начну преобразовывать электронную часть. Я начну пинать. Это S относительно стоимости оператора. То есть, когда я преобразовывал вот эту часть, у меня в основной упор ушел на плоские операторы, я перемещал один плоский через эксперимент в другой, и вот эти вот стоимости оператора мне были не нужны, я их вообще в букву Z загнал. Да? Сейчас наоборот, мне нужно то, что связано с оператором до Z, загнать какую-нибудь константу, оставить только вот, что важно. Вот это вот. Вот это, мы даже можно смотреть. То есть весь оператор S я записываю как экспоненту. Вот что здесь будет стоять. Сумма по n. Какую еще букву нужно выбрать? Y. Yn cn cn. Вот. Где yn отличает себя вот все оставшиеся суммы и полоски оператора тоже я их запишу. Yn равно единица на омега, сумма по k, что касается. Ага. Тут будет u, k, d, y, k, n,
на дельта t минус. У k t s равно e в степени минус и k t s n b k t s s. Заметьте, личная y у нас оказалась не вещественной, ну как y это оператор, он не виден. Так, на всякий случай запомнили это, и значит y сопряженные будет, если возникнут такие вещи. Нет, 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 нет. Заметьте, нет. Потому что в показатель экспонент мы должны быть антиэрмитовый оператор, чтобы это было не так. Вот. И нам нужно вот что сделать. Нам нужно найти такую вещь. S крест. S крест у нас есть, значит, y сопряженная тоже появится. H электронная на S. Вот наша. Ну, это не окончательно. Но от нее не кладется. Где S, вот такая причина. Все, я... Можно еще раз? Вот мы вот S крест и S это антиэрмитовый оператор. Не, S это унитарный оператор. Mm. Это унитарный оператор, знаете? Точно знаете? Точно знаю. Любой унитарный оператор, любой... Сейчас, если не правильно, если не прав, не правильно. Любой элементарный это e в степени и f, где f лимитовый. Ну, действительно. Тогда s крест, это e в степени минус все время. И в произведении будет уже единица. Да. Вот. Следовательно, если я представляю унитарный элементарный в виде экспонента чего-то, то это чего-то должно быть антиэрмитовым. Ну, и на эрмитовый, и на антиэрмитовый. Вот эта штука у вас антиэрмитовый. И y антиэрмитовый. Потому что все крестные цели это эрмитовый. Так что можно идти? И вы ищите уже хватит. Не хватит. Понеслась. Ну, что я, естественно, буду делать? Я возьму не всю сумму, а только одно отдельное слагаемое, посмотрю, как оно ведет себя относительно этого преобразования, но все остальные полностью. Так, ну и, конечно же, сразу понятно, что вот это выражение мне не годится. Здесь у меня сумма по n, и там сумма по n. Здесь я переобозначу. Чтобы не путаться, какой-нибудь другой индекс в сумме я уже возьму. Какой? Давайте русские буквы. Ты что, английский хочешь? Эль. Вот такой нужно диагноз сосчитать. Так, значит, Е в степени. Экспонент. Сумма по Е. Y, L, сопряженная. С, крест, L, С, L. С, крест, N, С, N. И еще один момент. Сумма P. Y, не сопряженная. L, C, крест, L, C, L. Вот так. Давайте подумать. Ага, что это? Что это? Это S, крест, S, а между ними? Отдельный вот этот оператор, который перебрасывает электрон с одного плана. А TNM не нужно? T это коэффициент. А, как чувствую. Спрашивается. Очень важный вопрос. Можно ли вот эту вот экспоненту ставить при изменении экспонента? Нельзя, они не коммутируют. Протащить. Говорят, ну да. Если его можно, они не коммутируют. Короче, вопрос такой. Понятно? Надеюсь, понятно, что y, будучи операторами, для различных L, они друг с дружкой будут коммутировать. Я менее очевидно.
Давай посчитаем коммутатор для тренировки. Да, все-таки тренировки. Y, M. Конечно, правильно, это вопрос. Вопрос другой, но это не но. Вроде как синус какой-то получается. Что, правда? Ладно, получается синус. Косинус синуса. Википедия. Ну, синус получается, это будет, но... Чего он не догадался? Я понял. Ну, все. У нас У. Отчетная функция отказывается. Понятно? Вот, все. То, что у нас экспоненты перемножаются. Неважно. Неважно. Да, учетная функция та, и слагаемые с ним уничтожаются. Правда? Да. Короче, у нас может коммутирующий. Так, а что есть Е в степени? Тоже функция откажи. У нас суммируется под от К
нечетная функция. По зоне определенной. Да. Ага, понимаю, все. Отрицательное положительное складываем, что другое время, что дальше. Вопрос другой. Значит, с y разобрались. Все, можно считать y в этом случае просто числами. Потому что они, во-первых, коммутируют с c, понятное дело, и друг дружки тоже коммутируют на максимум. Так, c. C крест 1, c, m, c крест m, и c крест m, c, m. Вот эти два оператора не коммутируют, друг друга будут или нет? Это важно. Вот и зеленский оператор. Вот были бы полоски, они бы коммутировали, а? И если бы это были операторы мозга. Волоски коммутируют друг с другом без отпуска. Я заявил в социальности. Потому что отдельные С волоски коммутируют друг с другом. Разные? Да, разные. Если одинаковые, то это один и тот же оператор, который он коммутирует, он сам с собой не работает. Если одинаковые, он просто не стоит. Если разные. Если фермерский, то тут нужно осторожно все вести. Нельзя переставлять местами болтовские операторы, относящиеся к различным узлам. Потому что болтовские операторы, фермерские операторы, я вам заговариваю, фермерские операторы, они антикоммутируют. С, Н. Cn, вот такой вот, секунду, сколько вот такая, нет, вот такая, нет. О. Thank you.
хорошо. Если бы здесь у нас стоял тренировский оператор, то вращение никого не привелись. Потому что оператор числа, бозон на каждом узле может принимать любые, сколько угодно большие значения. У фермионов не так. У нас оператор С, КС на С принимает всего два значения, 0 и 1. Следовательно, такой оператор есть в степени Y, С, КС на С. Он тоже может принимать всего два значения. У С, КС на С два собственных значения. Это метр оператора, два собственных значения, 0 и 1. Вот это вот есть степень Y, С, КС на С. Есть Y. И единицу, конечно. Всего два собственных значения. Прекрасно. Следовательно, я могу взять и представить вот так, как сейчас не падает. Это e в степени y минус. Это единица плюс e в степени y минус 1 на c крест на c. Если вы считаете, что не два, то вы это все же. Правая часть тоже принимает всего два значения. Единица, когда c крест на c 0, и e в степени y, когда c крест на c единица. Прекрасно. Ну, собственно, строго говоря, я должен записать все в ряд Тейлора, потом воспользоваться тем, что у нас степень c крест на c, которая сводится к меньшей степени, но в итоге получается ложь. Такие соображения более пустые. Отлично. Следовательно, я могу отдельный фермерский оператор значит не через длинную понятно, которая еще фиг знает что, а через более понятное. Более понятное. Ну, более понятное. Так. Ну и все. Дальше. Итак, я рассмотрю на эти два случая. Вот у меня здесь стоит СМ, а тут... А тут есть степени Y, LT, C крест, L, C, L. Вот. Оказывается, удобнее и неудобнее. Я еще не решил. Удобнее. Рассмотреть два случая, когда L и L разные, и когда L и L одинаковые. Я сначала смотрю случаи, когда они равны. L не равно L. Что это такое? C, L. Тут у нас будет, вот что я уже говорил, единица плюс e в степени y плюс 1 на c крест и c. Так, и моя цель какая? Мне нужно вот этот оператор пронести, чтобы он оказался справа с экспонента. Раз.
Второй раз меняем и ставим уже эту пару. Еще один знак минус будет. Поэтому это будет CM крест, CM, CM. О. Я могу не болезнь. И сейчас я буду сюда. Приэрирован. Ну а в итоге это будет того, на что? Это будет то же самое. Е в степени. Y, M, C, M, крест, C, M на C, M. Где? В итоге у нас проблемы, значит, будут с перетаскиванием только таких операторов, когда P равно M. Зацепится только когда, в этой сумме зацепится только когда M. Аналогично C, M крест. Точно по тем же соображениям можно будет пронести через все экспоненты, кроме той, где L равен N. И я могу сразу же записать, что эта штука вот такая. Это будет E в степени, смотрите сюда. Там. YN, CN крест, CN, E в степени YN, CM крест, CN, тут CN крест, CN, тут запряжённый, пишите, пожалуйста, больше не буду, а тут вот как раз не запряжён. YN, CM крест, CN, E в степени YN, CM крест, CN, во. А все остальные экспоненты, где у нас операторы, индексы операторов не равнялись ни n, ни m, они все предболезненно протащились и скушали друг друга. Да, левый экспонент и правый экспонент. Вот во что это приводит, но вот сейчас нужно уже смотреть внимательно. Итак, что будет, если я заточу? Еще можно посмотреть. Я же могу чем использовать? Смотрите сюда. Чем? Короче, вот эту экспоненту я могу пронести? Ага. Ну вот, ладно. И вообще, если я беру знак, то хватит вообще индекс, я уберу, чтобы не плодить его. Не плодить их. Все. У меня уже предполагается одинаковый. Так, это будет c на единицу плюс 2 степени y минус 1 c крест на c. То есть, что я сделаю? C плюс 2 степени y минус 1. Вот такая штука. C, c крест, c. И мне нужно, чтобы С стоял свою справу. Он как бы стоит уже. Ну, только вот здесь вот нужно крест или не крест поменять, не ставим себе сейчас. Поменяем. С плюс 10 или минус 1. Тут будет стоять. Если у нас одинаковые операторы крещеные или не крещеные, то их перестановка даст на минус. Так, у нас С, С крест равно минус С крест на С плюс 1. Это следует за дифференциалом, конечно. Посему минус С крест на С плюс 1 равно минус С. Во! И что у нас получается сейчас, это еще вопрос. Это круче получается. Так, С у нас справа стоит, а что внутри? Единица плюс 10 степени y минус С минус 10 степени y плюс единица С крест на С минус С. Спасибо.
Можно на доисковочке еще поболтовать. Колдуем или можно? Не очень понятно. Первый член же можно было выбросить сразу. Сколько? Да. Ты это кто? Там где С, С. Может, и там на С еще умножим, там ноль будет. Это можно только второй. Потом там скобки раскрываются, сокращаются, сверху есть ученики. То есть считается, что это будет то же самое, что если не в конце?
Ну да, пользуясь тем, что y, m, это понятно? И мне получается вот что. E в степени y, m минус cm крест cm. E в степени yn единица cn крест cn и будет cn крест cn. Вот послушай. Нет. Да, все правильно. Хорошо. Потом мы подействовали на эту функцию. Оператор cm там стал 0. И у нас это же эта экспонента уже действует на эту функцию, где 0 на m-том узле. Поэтому здесь я могу эту штуку стереть. Все понял. То есть цены здесь.
Понял. Ну и теперь надо. Теперь да. Теперь у нас это что, будущее диагональное, поэтому погодите, а куда вот этот Е в степени Y комплекс спряженный М делась тогда? В предыдущем равенстве оно было, в этом нет. Так, вот это? Да. Это то самое, что минус Y. Я ее запуск могу перетащить или завлечь. Ага. Вот она и появилась. Нет, другой вопрос. Почему экспоненты и C-крест коммутируют? Экспоненты и C-крест? Да. Вот у меня только что сказали, что не коммутируют они. А как это важно? То есть вот эту штуку, эта стрелочка неправильная. Так, эта стрелочка, да, хорошо. А вот формула, которая написана вот в правом верхнем углу, она еще. Это там, да. Вот это вот. Да. Еще раз объясните, как это получилось. Я взял вот эту формулу, которая написана в правом на правой доске. Видите? Левая часть, правая часть. Да. И взял орбитовое сопряжение обеих частей. Получилось как попало. Просто там меняется стерео. Это крест и есть степень Y. Поэтому требуется дополнительное объяснение, что они коммутируют. Что? Вот смотрите. Вот видите, самая часть А степени Y и В C. И нижняя. Вы берете крещение. C крест на E в степени Y крест. Но они же коммутируют, поэтому их можно обратно применить. Поэтому требуется дополнительное объяснение. Не коммутируют? Да. Да вы это объясняете, не коммутируют. Короче, вот вся эта бенедиктин, которую мы только что проделывали, все было намного лучше и изящнее, если бы я не стал оптимизировать вращение, да? С метров была совсем другая формула была, включающая себя вот эту громадную экспоненту. В итоге получается, может... Вот еще раз. Подождите, я формулу напишу, а потом выходите еще раз. Так, это будет Е в степени. Так, это что мы добиваем? Y, M, Е в степени. Так, еще раз. Здесь будет много. Минус Y, M, C, N, крест, C, M. Во, очень получится. А почему она значит? Надо уже поменяться. Где? У Y. Когда мы запрягаем. Хорошо. Поменяли знак. А теперь просто двигаться все верно, то для минус игрока тоже верно. Те слагаемые, которые соответствуют переносу.
телескопа в электронную сторону узел, они, у них появляется дополнительная вот очень неудобная часть. Неудобный момент. Весь S крест А на S в итоге это будет автономная часть неизменная плюс вот эта вот добавочка, я не знаю как ее назвать, давайте я назову ее H и E типа электронно-электронное взаимодействие эффективное какое-то возьми плюс вот просто H электронное, но будет волной. Объясняю, что H электронные волокнистые это минус сумма 2nm tnm cn крест cm и волна масс 10. Вот эти две экспоненты я занес сюда. Что такое tnm волокнистые? Есть tnm волокнистые умножить на экспоненты. Так. Нельзя получить единственное время сумма поправ у ката 10 и КМ минус у ката пойдет. Просто если m, то e, y, d, это так, плюс 150. Если при минус k, m, то e, на b, сколько сделать, то я y, m, то e, минус y, n, то e, что вы пишете? Ну, отличие то, в том, что в спринг, где другой не будет. Сумма по крату и крата и двести. Минус
запряженная Е в степени минус К Н. Так, здесь минус, плюс У К запряженная Е в степени минус К Н. Вот. То он пустеет. БКТС. То есть это еще не один знамен. Еще раз. Это минус, я так понимаю. Йод К сопряженная БКТС. Да, да, все правильно. Нет, правильно. Не правильно. У нас Т стало оператором, причем не эрбитовым. Ну, он не должен быть эрбитовым, потому что это коэффициент при неэрбитовом операторе оператора эрбитов. Это же тоже не эрбитовым. Ну и ну, просто всегда мы все получали, если у нас вот такая абсолютно оператор эрбитовым. Средний. Ну, да.
Знаете, дело, что здесь-то у меня экспонент от суммы произведения экспонента запаста раскладывается. Ему зайти вот в две степени идет b минус идет сопряженная b кресло. И вот я вот среднюю температуру у нас обозначу, это не естественно. Ну это соответствует такому определению радиоэлектрическому, что да, фонон электрона движется в температурно усредненном фоновом поле. Да. То есть это все равно приближение. Да, это движение. Потому что точно она не мешается. Просто, да, точно не мешается, значит приближение. Хорошо, вы посмотрите. Ну, чтобы сосчитать вот это, нужно уметь более простые средние считать, да? И вот уметь более простые средние считать. Как вообще считается температурная средняя от любого оператора? Сумма денег. Сумма чего? Ну, пожалуйста, скажите, а шпур с матрицей плотности? Шпур с матрицей плотности, конечно. То есть это равно единица на сумму. Ну тут это сумма по L, тут у меня матричный элемент оператора на собственное состояние то минус B на E. Я буду, конечно, усреднять не по собственному состоянию всего оператора гамильтона, а по собственному состоянию фаноновой системы. Вот у меня оператор гамильтона фаноновой системы, очень простой. Мы же знаем его собственное значение, собственные функции, мы знаем, да? Ну, знаем, знаем. Так. То есть нужно что сделать? Нужно... Да, я как бы уже не явно взял и отделил вот в этой всей экспоненте, выделил ту часть, которая соответствует отдельному фанону с отдельным задом как. Все остальные фаноны с ними взаимодействуют. Я, значит, в фаноне часть тоже могу взять и записать, что А равно омега В крест на В. Вот что такое оператор гамильтона фанонной системы. Какие у него собственные значения? Посчитать.